Ой, что было вчера? Что я вчера делал? Что? Ой, я же вчера женился. Что надо было додуматься свадьбу сыграть в Новый год. Помню, невесту нес в ЗАГС на руках. Потом заиграла музыка, появилась регистраторша спросила, вы согласны взять ее в жены? Я сказала, а что, есть другие варианты? Регистраторша ответила, я, например, не замужем. А я и сказал, говорю, что же вы так, работаете в ЗАГСе, и до сих пор ничего себе с работы. Вышли мы на улицу, сели в машину с этими кольцами. Невеста говорит, трогай! При водителе как-то неудобно. Она, идиот, это я водителю говорю, трогай! Я говорю, ты что такое говоришь чужому мужику? Водитель обиделся, говорит, я не чужой мужик, я своя баба. Потом тамада нарисовался, такой идиотский вопрос задал. Говорит, ну где тут счастливая пара? Я говорю, вы что, сами не видите, где счастливая пара? Вот, невеста и ее мать. Тамада сказал, дорогие молодожены, пусть в вашей жизни будет столько слез, сколько капель останется в этом бокале. Я увидел то ведро и прослезился. Ведро взял брат невесты. Он сказал, я хочу подарить молодым ключ от машины. Ключ открывает любую машину. И достает вот такой ломик. Я сказал, спасибо, с нами сфотографируетесь? Он сказал, нет, я в розыске. И ключик тоже. Слово взял академик, я не помню, чей он родственник. Он сказал, я тронут. Его прервала собственная жена словами, очкарик, ты уже давно тронулся. Я тебе сказал, невеста в белом, а ты отдал деньги поварихе. Гости, кто видел повариху? Она столько съела, что не могла далеко уйти. Ну, потом шофер пообещал, что всех развезет. И действительно, всех развезло. Особенно шофера. Друзья все время спрашивают, ты вообще как женился-то? Из-за денег или по любви? А я отвечаю, я нашел компромиссный вариант. Жену взял из-за денег, а деньги по любви!